now. Հետախույզի օրագիրը, հետախուզադիվերսիոն առաջին ջոկատի հիմնադիր և հրամանատար Վովա Վարդանովի հեղինակային հաղորդումը միայն լրատվական ռադիոյի եթերում։ Բարև ձեզ հարգելի ռադիո լսողներ և համացանցում լրատվական դիտողներ, ես Վովա Վարդանովն եմ, եթերում է հետախույզի օրագիրը, այսօր շատ թանկագին հյուր կա ստուդիայում, գեներալ լեյտենանտ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը։ Բարև ձեզ, պարոն գեներալ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Քանի որ պարոն գեներալը այդքան ավելի վարժ խոսում է ռուսերեն, տենց երևի ճիշտ կլինի ասել, ոչ թե հայց ավելի վարժ է խոսում, և այն թեմաները, որը մենք պիտի շոշափենք ավելի լավ տիրապետում է ռուսերեն, ասենք բանով, լեքսիկոնով, կարելի է տենց, չէ, անցնենք ռուսերենին։ Итак, снова добрый день, товарищ генерал Витязев. Я вас приветствую, благодарю вас за приглашение. Здравствуйте. Многое может заинтересовать наших слушателей и смотрящих передачи «Лератвакан» в эфире и интернете. Значит, но конкретно меня интересует оборонная сфера. Вы не только в оборонной сфере можете что-то сказать, и в политике, может, и о политике, и о там, воспитании человека. Но я думаю, все-таки обратимся именно к вашему военному прошлому и военным знаниям. Ну, пожалуйста, да. Вот сейчас форум, да, диаспора и так далее. Да, шестой форум, да. Многие объясняют объявление министра иностранных дел о том, что мы там территории и так далее, тем, мол, мы не можем удержать. Вот есть люди, мнение имеют, которые думают, что мы не сможем удержать эти территории. Вот как вы оцениваете, будучи в свое время руководителем огромнейшего военного контингента, это так даже и не называется, 216 дивизий, да, были в вашем подчинении. Вот 216 дивизий в вашем подчинении, и даже был период, когда вы командовали 10 солдатами, правильно? То есть были сержантом, курсантом, командиром взвода. Вот вы прошли все ступени, да, от микро до космических каких-то размеров. Вот как вы думаете, вот исходя из вашего опыта, мы сможем удержать тем, что имеем, наши территории, которые мы вернули у азеров? Вы знаете, я благодарю вас еще раз за приглашение и вот за эти вопросы. Ну, чтобы было единство взгляда, вы очень хорошо подчеркнули. Есть люди военные, они поняли, но есть люди не военные, могут не понять, и поэтому я две минуты. Да, я после окончания школы, меня призвали в вооруженные силы СССР, я служил 3 года. Рядовой, ефрейтор, младший сержант, сержант, старший сержант. И был командиром отделения. Это я в Риге служил, 26-я окружная автомобильная школа. И был командиром автомобильного отделения. Ну, это так. А когда уже поступил в училище танковое, после вот уже 3-й год заканчивается, я поступил в училище танковое, уже увольнялся. А тогда уже взводом командовал, когда лейтенанта получил. Это танковый взвод, танковая рота 4 года. А уже Академия бронетанковых войск, уже танковым полком командовал в Венгрии, Южной группы войск, начальник штаба дивизии, командир дивизии, потом Академия генерального штаба, это уже дает вышестоящая уже структура, уже другая, там уже корпус, армия, фронт, это стратегия. И мышление другое, да, это уже стратегия. Поэтому вот с точки зрения вот этого прохождения, да, и вот этих сил, и этих возможностей, ваш вопрос очень интересный. А мы сможем удержать при каких силах, каких возможностей, при какой структуре, при какой системе управления, при каком управлении вообще со стороны штаба или Министерства обороны, или, значит, руководящего состава? Вот это очень серьезный вопрос. Мне кажется, знаете, вопрос правильный, и я по-другому отвечу. Здесь невозможно сказать «удержать». Мы не удерживаем. Дело в том, что вот наш Арцах, ну, Карабах, который многие не знают, может, что такое Арцах, поэтому больше буду говорить «Карабах» и подчеркивать «Арцах». Дело в том, что здесь мы не захватывали. Мы впервые в истории нашей, мы освободили нашу землю. Это территория, армянская территория, которая 5 июля 1921 года
Закавказское большевистское бюро РСФСР, это Российская Советская Федеративная Республика, по договоренности с Турцией полностью взяли, отняли у Советской Армении и передали впервые созданному Прикаспийскому мусульманскому государству второму турецкому государству под названием Азербайджан. Это вот кавказские татары, которые вот создали республику, вошли в состав РСФСР и взяли название северо-северо-западной части Ирана, Персии нашей. И вот 70 лет эта территория была вот таким образом оккупирована. Она не за... Азербайджан не захватывал это справедливости ради. Азербайджану дали. Но Азербайджан не смог управлять, издевался над народом армянским своим националистическим высокомерием, чваливостью, шовинизмом и национализмом. И привел к такому состоянию, когда народы, малые народы, начали выступать против. И момент, когда Советский Союз уже начал разрушаться, тогда был закон... Горбачев издал, что если республику, ну, я так не наизусть, а вот в принципе, что если Советская Республика выходит из состава СССР, то автономные образования, находящиеся в республиках, имеют право или остаться в СССР, или остаться в этой республике, или на основе статей Организации Объединенных Наций, там 51-й, такие статьи, самоопределиться путем проведения референдума. Прошу прощения, товарищ генерал, у нас очень маленькие рамки. Наши слушатели более или менее грамотные. Да. Это я не преувеличиваю. Не хорошо, я сейчас мысли закончу. Если можно, конкретно, короче, вот этими силами, которые у вот нас есть, закончу, и что нужно, не меняя или меняя так не очень кардинально, чтобы привести к тому, чтобы я заканчиваю, были более я хочу, обороноспособны. Да, извиняюсь, Вов, дело в том, что я хочу сказать, чтобы люди поняли, что они такое знают. Карабах. Ну, знают, ну, может быть, кто-то и не знает, я не знаю. Слушайте, ну, я извиняюсь, если кто знает, повтор будет. Время, короче, к сожалению, говоря, время. Короче говоря, эта территория освобождена от этого агрессивного государства. И силы, которые созданы нами, вооруженные силы наши, способны удержать все эти районы. Все эти районы даже способны. Те силы, которые мы сейчас имеем. Вот те территории, которые сейчас имеем и освобождены. Это территории Карабаха. Это тем личным составом, который сейчас наличен. Вся и структура вооруженных сил. Да. И при наличии хорошего современного вооружения, российского, там, израильского и так далее. Не имеет значения средства вооруженной борьбы, которые есть... обеспечены по штату и по табелю. Все, что у турок, вот все это есть, мы не будем перечислять, но при наличии современного вооружения израильского, российского у турок Кавказа, все равно мы можем их агрессию остановить именно в тех границах, в которых мы сейчас находимся. Совершенно верно. А может быть и вперед пойти как-то? Ну, вы знаете, вот у нас нет никакого смысла идти вперед, мы не захватчики. Мы не даем возможность захватить нашу территорию, устроить геноцид, и они хотят еще отнять Зангезур, а потом из Нахчевана наступать на Ереван. Это выступление Алиева. Он говорит, Ереван, наш и так далее. Такое. Поэтому вся эта система армии, она предназначена для обороны, недопущения агрессии со стороны этого террористических вооруженных сил Азербайджана. Почему? Потому что они в апреле, когда напали, их вооруженные силы резали головы стариков и старух. Ну да, это известные принципы действия исламского государства, запрещенные во всех странах в Сирии. Товарищ генерал, значит, если мы можем... При нормальном управлении, руководстве, оснащении армии и так далее, обеспечении всеми средствами вооруженной борьбы. При том, что сейчас есть, или то, что должно быть? То, что сейчас есть. Все. Да. Значит, другое... У нас очень хорошее вооружение. Я тоже так думаю. Да. Но вопрос все-таки, как бы я со стороны... задаю как бы зрителей, там слушателей. Пожалуйста. Да? И многие из них по-другому думают. Вот как вы думаете, нам, если так все правильно, да, все хорошо, и мы не нуждаемся ни в чьей помощи, чтобы остановить турецкую агрессию, приходящую с севера, зачем тогда реформировать армию? Вы знаете, все в жизни должно развиваться по спирали, но не по кругу.
Все время одно и то же, одно и то же, одно. Все должно быть совершенствоваться. Тактика совершенствуется, техника совершенствуется, оперативное искусство, военная наука совершенствуется, технология подготовки ведения войны совершенствуется и изменяются. То, что не совершенствуется, поэтому это подлежит реформированию, улучшению, совершенствованию. И то, что не совершенствуется, мертво. А если не совершенствуется, это гибель, это правильно, поражение. Правильно. Это уже мертвый организм. Абсолютно, абсолютно да. Здоровый. Если боевая организм. Подготовка проходит по старым делам, значит гибель. А сегодня уже надо по другим делам. Товарищ генерал, вот скажем, мы развиваемся, развиваемся, а ведь турки тоже не стоят на месте. Наоборот, не только османы, но и турки азеры, кавказские турки. Они тоже не стоят. Они, и притом, вот они как раз и развиваются очень здорово. Вы в курсе, какие они учения проводят? И как у них меняется количественное соотношение участников учения от года к году? Вы знаете, вот это очень серьезный вопрос. Дело в том, что они оснащены очень современными средствами вооруженной борьбы. Во-первых, они закупили всю автоматическую систему управления израильскую, беспилотные средства израильского производства. Они очень, очень якобы хорошие, говорят. Вроде да? Сейчас и турецкие да. собираются закупать. Не знаю. Я знаю то, что я знаю, то, что да. не знаю. Я не разведчик, но я то, что знаю, то и говорю. А далее, они получили, купили у Российской Федерации, как коммерческая система, современные танки, вертолеты для десантирования, танки Т-80, Т-90. Далее, вертолеты Ми-8 МТ-24, это для десантира, это наступательные средства, система противовоздушной обороны, даже С-400, «Искандер» имеется, они совершенствуются. Кроме этого, у них находятся, по моим данным, у них находятся советники при командире батальона и полка азербайджанских вооруженных сил, советники натовского государства Турецкой Республики, натовского, да, ну, которые совершенствуют их знания в области тактики и частично даже в оперативном искусстве, хотя зарубежно не очень сильно развито это искусство, но они воздействуют на их боевую подготовку, и поэтому Азербайджан изучает и то, и то. Хотя недавно, когда Армению пригласили действовать в составе натовских учений, Грузии. Здесь пресса начала говорить, вот Армения в НАТО идет, и так бездарные люди подняли такую шумиху, что власти, руководство, не знаю, Министерство обороны Армении, они отказались. На мой взгляд, это ошибка. Надо участвовать во всех учениях, надо изучать, находиться, изучать их тактику, их оперативное искусство, их организацию, их управление, знать, где они развертываются, как они идут, рубежи развертывания, рубежи перехода в атаку, рубежи регулированного движения, какая система, какой замысел решения, что себе включает решение их, систему организации и управления, какие пункты управления, систему управления. Ну, как это так? Надо участвовать. Если участвуешь, это не значит, что ты в НАТО заходишь туда. Мы находимся в ОДКБ. Ну, со всем этим, прошу прощения, да. но со всем этим можно познакомиться на уровне присутствия военного атташе от посольства на этих учениях в Тбилиси. Правильно? У нас есть военный атташе. Неправильно. Я с вами не согласен. Военный атташе, он не очень грамотный в военном отношении человек. Разве? Я не оскорбляю. Не, разве? Военный атташе не является грамотным тактическим офицером. Военно-дипломатический офицер и в то же время представитель, скорее всего, но разведки. Но он все равно не знает полностью действия всех родов войск и даже видов вооруженных сил. Он наблюдатель, а глубину явления он не знает. Может быть, наш такой умный знает, но я знаю, что он не знает. Да, в Грузии есть. Каждый такой человек полигон. Знает то, что ему положено знать. Вот военный атташе, у него совсем другая функция. В Грузии есть полигон, Сачхере, по-моему, называется. Вот там высокогорные учения проводились. Мне было бы интересно увидеть. В Азиане? Нет, в Сачхере. А, да. Там, значит, было бы интересно так понаблюдать, как, если, предположим, военный атташе не поленился, поднялся в горы, еще и наблюдал за этим всем процессом. Значит, был военный он человек. Они не в сторону дипломатической военной.
Да. Есть военные атташе, которые очень активно участвуют на показах техники и вооружения. Есть военные атташе, они даже не идут туда, а просто вот газету посмотрели. Это не роскошь иметь таких представителей военного ведомства, которые не являются военными? Это, по-моему, роскошь. Мы не можем себе этого позволить. Как понять, роскошь иметь? Ну, вот так, скажем, мы имеем, настолько мы как бы обнаглели, позволяем себе такую роскошную ситуацию, когда соседнее государство, которое состоит в каких-то отношениях с враждебными двумя турецкими государствами, у нас посол там чемпион по тяжелой атлетике. Не дипломат, а чемпион по тяжелой атлетике. Вот это грубейшая ошибка. Он уважаемый чемпион. Нет, но мы все, знаете, его любили. Дудукис есть, Дугутук есть. Чемпион есть чемпион. Я тоже фехтовальщиком был. Я, между прочим, первый раз по фехтованию. Но я военный офицер. Я закончил все учебные заведения и во всех войнах этих, которые в конфликты были участвовать. Думаете... У меня другая направленность. Военный атташе, если он был, я не знаю, дипломатическую какую-то должность занимал, и он пошел к военной атташе, он не знает военное дело. Он не окончил военной академии, которая изучает полностью тактику боя, оперативное искусство и даже стратегию. И поэтому он наблюдает, как наблюдает, знаете, как он наблюдает, а не является ли это учение наступательным, что внезапно сейчас, вот сейчас, например, военные атташе приглашены, Запад-17, да, вот учения идут в Белоруссии, да. Там военные атташе наблюдают, боятся, как бы эта армия во время учения не внезапно Магана взят и пошел на Прибалтику. У них совсем другие взгляды. Но наш военный атташе должен изучать не только это. Вот сейчас они проводили, азербайджанские и турецкие вооруженные силы проводили учения. Вроде и не закончились. Учения в Азербайджане. Притом тема была боевые действия на Горном театре военных действий. Это совсем другое дело. Здесь, знаете, допущены наблюдатели согласно правилам ДОВСЕ и принятых еще в международном масштабе. Должны наблюдатели быть военные из генеральных штабов. Знаешь, генерал, в этом учении участвуют 15 тысяч военнослужащих из южнокавказских турок, чуть-чуть турок-османов. В прошлом году в подобных учениях участвовало в 3 раза меньше, в позапрошлом году около 3 или 4 тысяч. То есть, есть динамика роста. Это говорит о том, что учения показывают, что они могут уже работать, взаимодействовать не только на ротном и взводном уровне, но и на батальонном, а 15 тысяч, это уже говорит о том, что они проверяют, как может взаимодействовать между собой, скажем, корпус, два совершенно корпуса. Умно. Это очень серьезно, и очень к этому нужно вот очень видите, серьезно вы, относиться. Вы очень разумно, вот вы по-военному очень разумно мыслите, и дело в том, что такое учение вообще? Кульминация, окончание, слаживание частей и подразделений. То есть рота, батальон, полк, даже соединение, дивизии, да. И объединение, корпус, армия. Если это идет в этом масштабе, значит, он тренируется в полном объеме о подготовке, ведении боевых действий, организации, координации, системы управления и так далее, и полностью исполняет, проверяет один из замыслов действий на этом направлении, прямо на реальном театре военных действий. Он может как будто бы учение и сразу развернуться и пойти пересекать границы и наступать. Вот поэтому во время, когда учение, надо части наши, например, проводить повышенную боевую готовность. Եթերում էր հետախույզի օրագիրը և գեներալ-լեյտենանտ Նորադեր Գրիգորյանցը հաղորդման հյուրներ։ Բարով մնաք։ Դուք լսում եք լրատվական ռադիոն, մեր երկրի առաջին և միակ մասնավոր հասարակական քաղաքական ռադիոկայանը։ Լրատվական ռադիո FM 106.5